ветер. Сейчас, подожди, подключатся все? Подожди, сейчас нажмешь на кухню кончик. Всё, пока. Сейчас будет. Полова! Люблю! Это татуха, да, твоя? Расскажи про татуху, что на ней нарисовано? Посмотри на Никиту. Здесь нарисовано сердечко крутое, крутая такая. Татуировка, кто хочет, попросите в 25-й школе, всякое такое. Это Йоу! Просто пуля! Скажи, сама. Пуля. Пуля! Чекуля! Чекуля. А кто такие тёлки? Такие тёлки. Тёлочки, это кто? Коровы! Да, тёлочки, это коровы. Наверху я. А девочкам нужно дарить подарки? Да. И деньги лучше на сигареты не тратить, да? Да. А на что лучше деньги тратить? На зажигалки! На зажигалки. Скажи, что курить нельзя. Курить нельзя. А расскажи можно? Историю, когда ты покурил, а потом зеленку в рот залил. Расскажи. Один раз я попросил у мальчика зажигалку и сигарету. Он мне ее дал, и я взял покурить, и потом, когда пришел. Он сам. Он. Короче, у него изо рта воняло куриво. Да. И я в рот взял зеленку. Понимаете? Зеленку в рот. А потом он обрыгал, да? Друга. В школе, да? Да. Капец. Ты больше не хочешь так делать? Ноу! Правильно. Нельзя так больше делать. Вообще, все это плохо. Нужно жить хорошей жизнью. Да. Дарить девочкам подарки. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. Ты во втором классе, 25-я школа, да? Да. 25-я школа. Да, это мой друг. Да, Никита? Да. Да, мы с ним давно уже виделись. Тут заново увиделись. Вот. Что еще можешь им рассказать, Никит? У тебя есть девочка, да, которая тебе нравится? Ее зовут Вероника. Она в твоем классе или... Она в моем классе. Она красивая? Очень. Очень красивая? Да, по-молодым. Не, вообще сейчас больше не по кому. Она очень красивая, да? Да, очень. Половая. Подожди, ребенок рассказывает, что ты перебиваешь ребенка. Вообще классная. Вероника, да, классная? Да, очень. Девочка пишет, а что, мутите уже с Вероникой? Ну, вы встречаетесь с Вероникой? Да. Встречаетесь? Ты ей тоже, да, нравишься? Да. Я сказала, что я люблю, но мне ничего не ответила. Ты что материшься? Мать называется. Нельзя материться. Ну, ничего. Что, это Маня, короче? Она тебе сказала, что ты овца. Овца. Да. Я ставлю. Кого ставишь? Сердечки, что ли? Да, сердца. Давай сердечко ты сделаем. Ты ему ставишь сердца. Давай сердечки. Вот так. Ой, Вика, смотри, тап-тап. Тап-тап, Вика. Помнишь, Вика, тап-тап? А кто у нас под фиолетовыми сердечками сидит и молчит? Никого нету. Нет, не хуа-хуа. Ее лучшая подруга. Всем привет. Чего вы молчите, сидите? Ой. Тап, да. Задавайте вопросы Никите, он будет вам отвечать. Мы будем читать, и он будет отвечать. Это стол заказ. Чего не нас красивых? Ёмная подруга и чихуахуа. Нет, фиолетовыми будут только те, кто зашел вторыми. Гупи бета лей хэллоу. Вика, ты уже зеленый. Ты всегда будешь зеленый теперь в этой трансляции. Не читай это слово, это плохое слово. Я знаю. Нельзя материться, Вика. Аня, привет, как дела твои? Норма! Капустина. А твои норма? Да! Что можешь еще рассказать людям? Почему он гуляет так поздно на Южном? Потому что, просто скажи, почему ты гуляешь так поздно на Южном? Потому что у меня школа закончилась, и я хочу еще погулять на улице. Да, он шел со школы с своими друзьями, но увидел нас с Алиной и остался с нами чуть. Рассказал нам историю. А почему в среду гуляете в будний же день? А, да что-то это, так прошлись. Да чуть-чуть. Никак. Да никак настроение. Спроси у девочки, почему у нее никак настроение. Вы что, педофилки? Нет. Мы, да. Нет! Нет. Она дура! Кто? Ты. Ты. Спасибо. Все, нельзя обзываться. Это плохо. Йоу, зажигай со мной! Йоу! А кому только что песню? Верните ребенка домой. Скоро пойдем, да, домой, Никит. Окей! Окей, Вика, скажи, окей, тетя Вика. Окей. Тетя Вика. Спой песню. Спой песню.
Идет бычок, качается, вздыхает. Это стишок. Идет бычок, качается, сейчас я упаду. Какая тетя Вика? Какая тетя Вика? А что у тетя Вика? Хотите песенку вам спою? Да. Сука, блядь, это дышать.